Чтобы записаться на симпозиум Implantology 2017, нажмите на ссылку под этим видео. Мегастом приглашает вас на 13-й международный имплантологический симпозиум Implantology 2017 17-18 ноября в деловом центре Москва-Сити. Любому доктору будет интересно узнать о нашем опыте работы, поскольку Мегастом работает с имплантатами уже 25 лет. Это одна из первых клиник в России. Мы принимаем всех пациентов, даже которые получили отказ в других клиниках. То есть мы это делаем изо дня в день. В любом случае лучше учиться у людей, которые дают советы из своего личного опыта. Ну, вот как я и стараюсь это делать. Доктор увидит очень много новых методик по костной пластике. Он получит дружескую атмосферу. У докторов действительно очень достаточно сложная работа и ответственная. И они как бы должны быть уверены в себе. А уверенность передается чем? Дружескими отношениями и профессиональным пониманием. Участники симпозиума по окончании лекций могут обсудить между собой и в том числе и с лекторами вопросы, возникающие у них по ходу прослушивания данных докладов. Они обязательно могут рассчитывать на помощь ведущих специалистов, которые являются ведущими специалистами и не только у нас в стране, и в зарубежных странах. Получат данные врачи-ортопеды и зубные техники для того, чтобы делать более правильные, адекватные ортопедические конструкции с опорой на имплантаты. Тонкости, нюансы, секреты мастерства. Мы этим не будем делиться, скрывать ничего не будем. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.